Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радика Чаранадаям Гопиджано Самаюктам Бинданабанам Манухарам Ванчакалпатаруваша кипасиндвевача Патитанам павуне бхавишнавибхьо наму намаха Мукам кароти вачалам пангум ланхетигирам Яткипатамахам банди парамананда мадавам Бриндаве тулсидеббхи пияви кесавасача Снабхактипаде деви саттваттвайхи наму намаха Нараяна намаскритта наран чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тату жайо мудирай Шанкиртане Кришна катхопадеше Гаурия патрашо пракасанеча Садануракта гуру бхакти жукта Бхакти прамадакша жагод варуна Дхейям сада парибхавагна бхавиштадухам Титас падам сива виринчинутам сараньям Бхитаттихам панатапал бхавадибутам Банде махапурушате чарана арвиндам Ят пада паллава накачанда мани чатай Бисфури житакима пикабавадху свадарши Пурана нурагра сасагра сарамурти сарадика мои кадан кипам карвас Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanu lambita bhujau kanaka badato, sankirtanai kapitaro kamala yatakshu. Вишам бару дижа бару жугадхарма пало банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибха Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гоури нирантара вигушито вам бхагам Нараяно приямананга мада пахарам Барану сипурапати бхажави шанатам Ваги саджусва вадане Лакшмир джасача вакшаси Джасьясти хидай самбит Твам нишингам ахам бхаже Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Нимнаганам ятха ганга деванам мачуто ятха Вишнаванам ятха самбху пурананам твидам бхагаватам
Нимнаганам ятаганга деванам учито ята Вишнаванам ятасамху Пурананам твидам бхагаватам. Гаурия Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Гаурия Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что если вы получите милость чистых садху и вайшнавов, то тогда, будьте уверены, вы получите милость, вы обретете милость Бхагавана. Гаурия Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Джагатгуру сказал, что если вы получили милость Гуру Вайшнавов, то будьте уверены, вы получили милость Бхагавана. Поскольку Бхагават Крипа, она никогда не приходит прямо к нам. Бхагават Крипа, она всегда приходит через Гуру Вайшнавов, через Тат Пракаш, Тат Шакти. Вы можете обрести ее так прямо невозможно. Нужно только через таких представителей Верховного Господа. Гуру Таттва, она очень запутана. Долгое время я говорю, но все же сегодня надоело, поскольку я думаю, что большинство людей не понимают, не осознают Гуру Таттву, может, они могут что-то запомнить. Но все же я думаю, что далеко не все понимают подлинный смысл Гуру Таттвы, и не осознав Гуру Таттву, не утвердившись в Гуру Таттве, никто не может начать Харибаджан. Это невозможно. Я много раз говорил об этом. На сегодня день Шиваратри, день Шивджи Махараджа, о ком в Бхагаватам сказано. Comparative statement we are going to do. Nimna ganam yatha ganga. I mean, among all. И вот из среди всех рек Ганга наилучше. Конечно, Ямуна тоже хороша, но мы с ней не сравниваем. Имеется в виду со всеми, кроме Ямуны, поскольку Ямуна, она изошла из Галоки, и она может даровать прему. И она Кришна Патни, Ямуна. И вот среди рек Ганга наилучшая. И среди всех полубогов, Верховный Господь наивысший, Ачюта. Ачюта значит тот, кто никогда не теряет своего положения. Ачюта тот, кого невозможно сместить с его положения. И после этого среди всех вайшнавов мы можем сравнить Шри Шива, он лучший среди вайшнавов. Конечно, если не брать в расчет с Враджаваси, поскольку почему? Поскольку Враджадхама — это нечто отдельное. И среди Пуран, все 18 Пуран, Шримад Бхагаватам Махапурана, она наивысшая, наилучшая. И Шримад Махапрабху сам говорит, то, что Шримад Бхагаватам Махапурана, и вот Шримад Бхагаватам Махапурана, Махапрабху говорит, это наивысшее свидетельство, авторитетное доказательство, все шастры, они авторитетные, но есть шесть различных тамасических пуран, шесть раджасических пуран и шесть сатвических пуран, и также много упа пураны такие. Такие дополнительные пураны. Но мы не говорим
о них, поскольку Шримад Бхагаватам, оно, это наивысший праман. И вот Махапрабху говорит, что Шримад Бхагаватам — это наивысший праман. И вот согласно... И вот среди всех их Шримад Бхагаватам наивысший. И вот сейчас мы сделаем сравнение. Шримад Бхагаватам говорится, что Шива лучше из Вайшнавов. А почему? Все же мы покажем причину, по которой Вайшнавараджа Шамбху, он наилучший из всех. И вот суть в том, что если мы будем говорить о Шиве, о его татве и его преданности, он очень, вот очень запутанная татва, смотрите. Если мы будем думать о татва Сиддханте, то тогда вы поймете, что в соответствии с Брахма Самхитой вы знаете, дадхи викара вишеша йогат санджаяте нахи татаха питхакасти хету я самватам апи самапайти карьят говинда мади пуршам тамахам бхаджами. Брахма Сангита, и вот Брахма Самхита, we like to give first priority, и хотим Брахма Самхита на в приоритете у нас, поскольку она одобрена сочетанием Махапрабху. И вот, придя с Южной Индии, Махапрабху взял две книги Кришна Каранамриту и Брахма Самхиту. И вот относительно Таттва Сиддханта, Брахма Самхита на наилучшая. И относительно Раса Таттва Сиддханта, Кришна Каранамрита, это нектар. Кришна Каранамрита значит нектар для тех преданных, которые плавают в океане Раса-Сагаре. Для них Махапрабху, он принес эти две книги с Южной Индии и принес их нам. Он даровал нам эти две книги. Конечно, Кришна Каранамрита очень... Книга высокого уровня, но Брахма Самхита она попроще, и согласно комментариям Джива Госвами Пада и других. Но будьте уверены, без комментария Бхактивинода Тхакура это практически невозможно для нас понять. Шрила Бхактивинода Тхакура, он представил татву Сиддханту таким прекрасным образом. И сейчас не каждый может это понять, поскольку это книга, которую произнес Брахма, но очень высокого уровня. Брахма Самхите очень много глав, но мы думаем именно, мы говорим именно о пятой главе. В этой пятой главе там говорится о Парат Парахилешваре Бхагаване, о его творении Сришти Таттве, Майя Таттве. И вот та слока, которую мы должны помнить, я вот их произнес. Первое — это Нимнаганам Ята Ганга, а вторая слока — Кхирам Ятха Дадхи Викара Вишеша Йога Санджаяте Нахи Татаха Питхакасти Хету Я Самбутам Апи Самапайти Карьят Говинда Мади Пурушам Тамам Бхаджами. Мы молимся лотосным стопам того Говинды Бхагавана, кто изначальная причина всех причин. Но аналогия здесь приводится. Она применима ли к Говинде? Говинда, Верховный Господь, он может, может ли он меняться? И вот это Таттва Сиддханта, в котором мы нашли в Брахма Самхите. Когда
Как, например, если есть молоко, и если в молоко положить немного йогурта, и то это молоко, оно все превратится в йогурт. So now point is that, и вот суть в том, что Брахма Самхите говорится, что если вы внешне не знаете никакой сиданты, не следуете ничему, поскольку сиданте мы должны следовать под руководством чистой Гуру Вайшнавов. Если вы думаете, что вы очень образованы, то из-за этой гордости невозможно понять сиданту. Мы очень ленивы о севе, о сиданте. И какой прогресс мы можем совершить в нашей жизни? В этом главный вопрос. Это не так просто. И вот на бенгале такие слова, но я думаю, и вот о чистой, совершенной сиданте вы не должны быть ленивы, не надо откладывать ее на потом. Не будьте ленивы, не выражайте такую леность о сиданте. Те, кто чистые Гуру Вайшнава, они всегда очень, они должное внимание уделяют сиданте. Если они даже спят, они думают о осуждении шастр. Это не значит, что они могут запомнить какие-то шлоки и говорить их перед публикой. Нет, харикатха — это не что-то дешевое. Только после прямого осознания мы можем говорить подлинную харикатху. И вот поэтому можно видеть много всяких раджасических преданных по всему миру. Они не могут слушать харикатху, поскольку не могут ее переварить. И вот таким образом они совершают оскорбление и попадают. Попадение значит потерян сознание. То есть они деградируют с одного уровня на другой. И вот они теряют свое сознание относительно сиданты. И вот в Брахма Самхите, когда вы вот в этой шлоке говорится, что если тот, кто слушает подлинную Бхагавад-гатху, вопрос может возникнуть. Что это значит? Говинда — это не объект. Говинда — он абсолют. Мы не можем ожидать, что Говинда может меняться под каким-либо воздействием. Как это возможно? Викар, всякие изменения, он не подвластен, это неправильно, но в Брахма Самхите нет никакой неправильной сиданты. Будьте уверены об этом. Брахма Самхита, она не дает нам никакой неправильной сиданты. Брахма Самхита — это авторитетная сиданта. Она произнесена Брахмой, и Брахма, он написал Брахма Самхиту после прямого осознания, которое он обрел от Верховного Господа. И вот и это не шутки. И как же это все понять? И поэтому в шастре, как в Брахма Самхите говорится, это мы не можем понять прямо. Если мы будем слушать комментарии с Джива Госвами Пада, то там найдем. И это более важно. Джива Госвами Пад очень важен. Если вы будете изучать сиданту Джива Госвами,
Если вы не знаете санскрит, то вы не поймете. Бхактина Такура пишет на бенгали и на санскрите. А мы глупы, и вот Бхактина Такура написал простым бенгальским языком, а для ученых, те, кто хотят понять Сиддханту Дживагасайапада, он написал на санскрите, но очень таком простом санскрите. И Вишванатха Чакравати, он тоже пишет. И Шридас Госвамипад еще проще. Шридас Госвамипад, когда он писал комментарии, даже если вы даже санскрит не знаете, а просто бенгальскую грамматику, то если у вас есть какой-то здравый смысл и такое понимание, то вы поймете его санскрит, даже не зная. И Шрила Бхактивинода Тхакура тоже написал. Он представил эту Таттва Сиддханту в очень простом виде. И так или иначе, Джива Госвамипад говорит, если вы такое значение обретете, что Парад Паркилешвар, изначальная причина всех причин Говинда, если кто-то заявляет, что он подвергается какому-то влиянию чего-либо, это неправильно. И здесь аналогия приводится в том смысле, то, что причина и следствие очень важное. И вот аналогия здесь приводится для нас. Почему? Для того, чтобы понять эту причину и следствие. Вот если есть молоко, то в соприкосновении, если молоко, оно в него попадает какая-то закваска, как йогурт, то оно становится йогуртом. Если кто-то попросит молоко, которое стало йогуртом, то из йогурта уже молока не сделать. Молоко, когда оно превратилось в йогурт, простокваша, то простокваша или йогурт, его невозможно превратить опять в молоко. И вот чтобы понять причины и следствия, эта аналогия приводится здесь. И вот изначально причина всех причин — это Бхагаван. Мы все знаем об этом. И вот в чем же причина и следствие этой причины? То есть из воды молока нельзя получить масло, где нет такого свойства, но если пахтать молоко, то мы можем получить масло, поскольку молоко, оно обладает таким свойством. И вот чтобы понять эти причины и следствия, понять Шивататтву не так просто. Шивататтва, она очень запутана. Я хочу обсуждать эту тему месяцы за месяцами, но времени мало. И вот Брахма-таттва, она очень важная таттва, но Шива-таттва более важна, чем Брахма-таттва. Поскольку обычно Брахма-таттва — это всегда Джива-таттва. Брахма-таттва — оно всегда Джива-таттва. Иногда какие-то редкие вещи случаются, и тогда Хираньягарбха, Брахма, сам Брахма, он принимает форму Бхагавана, когда и тысячи, сотни рождений. Если вы можете следовать Варнашрама Дхарме совершенным образом, идеально, не совершая ни единой ошибки, так 100 жизней, то тогда вы обретете пост Брахмы. Но если
так дживатма, она не... Нет такой дживатмы во всей вселенной, то что делать, чтобы защитить твое творение? Хираньягарбха Брама, значит, сам Бхагаван, он занимает пост Брамы. Это очень важно. И вот различные саньяси в Пури спрашивали вот про какие-то шлоки из Бхагавата. Как возможно, что так Брахме применяется? А я сказал, почему нет? Если вы примете, что это Хираньягарбха Брама, то если мы примем, что вот это сказал Хираньягарбха Бхагаван, то это... можем принять это. То есть именно сам Бхагаван в образе Брамы. И вот все творение с мельчайшего муравья до самого Брамы. Оно все циклически, все происходит циклами. Все существа рождаются, живут, умирают, опять рождаются. И так цикл за циклом. Брахмалок — это высшие меры. И после этого... И если вы пересечете Брахмалоку, там увидите реку, которая называется Вираджа. Там, если пересечь ее, то мы войдем в сияние безличного Брахмана. И потом мы можем попасть на Садашивалоку. Садашивалоку — это Вишнулока. Садашивалоку — это Шивалоку, и это Вайкунтхалока. Поскольку я уже в день явления Адвайта Гасаи, я уже сказал, то, что Брама, если мы возвысимся выше, то там попадем на Садашивалоку, и там Адвайта Гасая, который не отличен от Верховного Господа. Он не отличен от Вишну. Two type of reason of this creation is there. One is nimitta karan, one is upadan, one is matter. Matter means ingredient we knew. We need ingredient for the creation. Для того, чтобы что-то сделать, нам нужны составляющие, как, например, чтобы построить какое-то здание, нужны кирпичи, песок, цемент и прочее. Вот Махавишна. Вот в этой шлоке. Тот, кто Махавишну Джагадкарта, тот, кто изначально причина всех причин Бхагавана. И вот в этом случае мы видим, что бесчисленные брахманды, они выходят из пор на кожи Махавишну. И о Махавишну Джагадкарта, Брама Самхите, мы должны помнить, если у вас нет должного внимания, вы рассеянные, то не сможете в этом случае совершать сева. Кришнадас Бабаджи Махарадж hearing, that time it was almost garden, forest, Godrum Kanan. Godrum Kanan, Kanan means forest. There was nobody. Gaurakishore Babaji Maharaj sometime crossing the river and coming to join the Harikatha of Bhaktivinoda Thakur. Then 2% going to hear Harikatha, otherwise only 1%. That doesn't mean
И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он когда жил здесь, он говорил Харикатху. Но слушателей было не так много, а всего лишь один или два преданных. Но это не значит, что Харикатха Бхактивинода Тхакура, она не столь важна, не важна, поскольку это не измеряется количеством слушателей. Важность Харикатхи, она внутри нашего сердца. Мы должны понять это. Многие хотят слышать какие-то шутки под именем Харикатхи. И вот. И вот Шива Таттва, она более важна, чем Брахма Таттва, я уже сказал. И вот. Я уже сказал, что все творение о Брахма Самхите и о Махавишна мы можем найти очень важную шлоку Брахма Самхите, мы должны помнить ее. Если вы не будете следовать этому пути Гуру Варги, вы не сможете вспомнить, поскольку такое сердце станет там. Станет таким нестабильным. Если мы посвящаем нашу жизнь Харикатхе и Хари Гуру Вайшнавам, то тогда мы обретем благо от этого, иначе нет. Jivanti loma viraja jagadannanatha Vishnur mahanasa iho yasu kalavishesho Gavindam adi purusham tamaham bhajami. You hear this sloka, no? Вы слышали эту шлоку, sir? Jishwaka nisheshito. By the exhalation. By the exhalation of Mahavishnu. All infinity Brahmanda manifest. При выдохе Махавишну все бесчисленные брахманды, они сотворяются, они исходят из него. Живут они, существуют до этого момента, пока Махавишну не начнет вдыхать. И все полномочия, они передаются всем этим полубогам, аватарам и прочим, кто заведует всем этим творением. Вот эти полубоги, у них тоже есть своя ответственность за, как варуна заведует водой. Is busy with water source, Varun Devata. Varun Devata. Busy with water source. And Vayu Devata, Vayu Pavandev, занят воздухом. Департамент воздуха на нем. За дождь отвечает Индра. За осадки. Но в итоге все творится Бхагаваном, но внешне можно видеть, что какие-то полубоги отвечают за свой отдельный департамент, но на самом деле все творится Бхагаваном. Но внешне выглядит, что полубоги это делают, и в Гите говорится, что и вот в Бхагавад-гите это все описывается, как Бхагаван, он своим женам, он в итоге делает все, но через кого-то, и Господь он дает нам то, что мы просим у него, а не какие-то отдельные полубоги. И вот когда вы поклоняетесь различным полубогам, это не авторитетно. Это абидипурвакам, и так или иначе. И Капил Бхагаван, когда говорит своей матери Девахути, и вот Господь говорит, что из-за страха передо мной Павандев, он заведует ветром, солнце, оно светит. By my out of my fear, they are going to do their respective service.
И вот здесь в Брахма-самхите у нас есть свидетельство того, что и вот все брахманды, в общем, по воле Господа все эти полубоги и все остальные исполняют свои обязанности. А как долго это будет происходить, в Брахма-самхите тоже описывается. До того момента, пока Господь не начнет вдыхать. И вот это творение, оно все сотворяется с выдыхом Господа. Какое-то время существует, и когда Господь вдыхает, то оно все входит назад в Господа. Когда я говорил о творении, я говорил о Пракрити, о Пуруше, о Майе. Так много тату я говорил о Прадхане. И вот When the dissolution of this creation, gradually, then just opposite. Creation means opening. Like one flower, no? Ну, вот когда творение, оно подобно цветку, когда цветок распускается, а разрушение, оно, наоборот, когда цветок, он складывается. И все так, наоборот, происходит. Причина, следствие входит в свою причину и так далее. Все складывается, и возвращается в тонкую форму и принимает прибежище в Вишну. Внутри, входит внутрь Махавишну. Это творение. Но относительно творения можно сказать то, что Бхагаван Махавишна это нимитта карана, это причина. Махавишна, он взглядом оплодотворяет майю, пракрити. И вот ничто, он просто смотрит на Пракрити, оплодотворяет ее своим взглядом, этот Махавишну. Садашива, он предоставляет эти составляющие для творения. Как, например, чтобы сделать ложку, нужно латунь. И тепло, и еще все прочие составляющие. Также для творения нужно много составляющих. Махарадж приводит пример с пауком. Пауки, они, когда плетут паутину, и когда паутина исполнила свою цель, этот паук опять поедает эту паутину, и потом опять ее буквально из ничего створит. All different six, you know, Naske Sandi, Koran Karok, Odhikaran Karok, Karma Karok, you don't know. In Vyakaran, you never read Vyakaran. В санскритской грамматике есть различные падежи. English grammar, don't it? There's the possessive case, this case, so many things are there. So, where from this happening, who is doing, how doing, all this answer we can get. И в итоге это все эти падежи указывают на Бхагавана Шри Кришну и вот Махавишну и Садашива, они не отличны друг от друга. И вот Махавишна, он смотрит на Пракрити. И посмотрев на Пракрити, Махавишна, он вкладывает семя в чрево Пракрити, а как в форме света. Мы уже знаем, что
все души в тонкой форме, не в грубой форме, а именно в тонкой форме. Все Сришти находятся внутри Махавишну в тонкой форме. И вот эта тонкая форма, значит, и в форме взгляда Махавишну смотрит и исходит лучи солнца, лучи света из его глаз. И вот свет исходит из... То есть Махавишну он взглядом таким образом оплодотворяет Майю. И это называется Двадаш Джотирлинга. Во всей Индии есть эти 12 джотирлингамов. Это изначально, это то, куда взглянул Махавишну, там это все попало в 12 мест, и согласно шастрам, это зовется Джотирлингамом. И потом творение началось, Махавишну, он из Садашива, он поставляет составляющие для творения, благодаря чему все творение происходит. Что такое Махаттатва? Махаттатва — это изначальная причина этого творения, из которого постепенно сатва-гуна, раджа-гуна, тама-гуна, все это происходит, и потом панчататва. Панчататва значит вот это кхиди, маутач, вот эти и пять первых элементов, эти первые элементы все имеются в виду. И все, в общем, это проявляется и проявляется, и в итоге мы можем видеть перед собой все это творение. И вот в 12 частях Индии можем видеть 12 различных джотирлингамов. Люди не понимают, что такое джотирлингама. Пракрити и Пуруш. Пракрити значит Пракрити Деви, а Пуруш значит Атма. Пуруш значит Атма, там, где Кришна. Он принимает помощь этой Татхастра-шакти, то там он являет бесчисленные. Когда Кришна он принимает помощь от Татхастра-шакти, то он проявляет бесчисленных жив. И когда Кришна принимает помощь Майя-шакти, бесчисленные материальные браманды появляются. И когда Кришна принимает помощь Сваруп-шакти, множество вайкунтх появляется. И вот это Садашива Махавишну. Садашива, он не отличен от Махавишну, это Вишна-татва. Не думайте, что вайшнавы поклоняются какому-то другому Шиве. Другого Шиву мы можем найти на Кайлаше. Хотя Махапрабху он выражает свое полное почтение, можно вспомнить, Махапрабху он выражает почтение Шамбху-татве, Шива-татве, с самого начала Гуралила, когда Махапрабху он был маленьким мальчиком, если какой-то Шива-бхакта приходил, Махапрабху прыгал ему на плечи и танцевал. И вот с самого начала Гуралилы Гуранга он выражал почтение Шива-татве, чтобы дать нам понять значение Шивы. Не только это, также каждый день Махапрабху он получал даршан на Каши Вишванатха в Варанаси. И вот как, пока Махапрабху был в Варанаси, Чандрашекар Бхаване, Махапрабху получал даршан Вишванатха
каждый день, и чтобы показать нам важность этой Шивататтвы. Если буду говорить о значении Шивататтвы, я не смогу закончить. Великие Гуру Вайшнавы, они могут говорить об этой теме очень долго, это очень возвышенная таттва, но все же я пытаюсь по милости Шивы. Шива таттва, это Гуру таттва, я думаю о нем как о Гуру с самого детства, я очень люблю и уважаю его, я не знаю почему, и вот это Шива таттва Махапрабху выражал почтение всегда, и вот Махапрабху, он получал даршан Шива таттвы. И вот Махапрабху, он получал даршан Шивы в Варанаси. Варанаси это... Вишванатх. В чем-то мнении это частичное проявление Шивататтвы, а полное на Вайкунтхе. Там изначально Шивататтва, а здесь также можно найти во Вриндаване, в Гупешваре полную таттву. И другие, Банканди Махарадж тоже. Это Гупешвар Махадев, наш предыдущий ачарья, как Шрила Бхактивинода Тхакура Прабхупад. Джива Госвами Пад, Рупа Госвами Пад, Санатан Госвами Пад, кто нет. Даже в Нанди Шаштаке можно найти Рагунатх Дас Госвами. Вот все они прославляют имя и славу Сада Шивататтвы. Почему? Поскольку во Вриндаване, в самом Вриндаване, Нандишвар Махадев, он в форме Нандишвар Парвата, и вот он там держит. В этом Нандагаване всю Кришналилу на своей спине, и вот этот там Нандишвар Махадев в форме Нандишвара Парвата. Гары Нандишвара и Брахма также, они на своем теле, Брахма Парва, там в общем есть гора, которая происходила Лила Радхарани. Варшана на санскрите, если это разложить, будет Борошано, большая Шано, это место, где холм, большой холм. Шано, подножие холма, холма также. И вот так Варшана. Значение этого слова. И таким образом, если я буду изучать различные лилы Махадева, то мы можем что-то понять. И вот... Если я буду обсуждать слово Шивататтвы, я думаю, вы вспомните больше, лучше. И поэтому Санатан Госвами Пад практически каждый день он ходил и получал даршан Гупешвара Махадева. Где? С храма Мадан Махана. Это достаточно далеко. И вот Мадан Махан Мандира, где Баджанкури Санатана Госвами, там Санатан Госвами каждый день приходил, чтобы получить даршан Гупешвара, чтобы обрести бхакти, чтобы дать нам урок. Каждый день предлагал воду, молоко. И вот Санатан Госвами каждый день ходил. Но и Санатана Госвами, когда он стал пожилой,
то Гопишвар Махадев опечалился и пришел во сне к Санатане и сказал: «О, Санатана, почему ты ходишь так далеко, чтобы поклоняться мне? Я не могу потерпеть, это такая плохая дорога, одни колючки, джунгли вокруг, как...» И Санатана Гасай сказал: «Я не могу прекратить ходить и поклоняться тебе. Я знаю, все гопи, они поклонялись тебе». И Санатана Гасай, он тоже гопи, Лаванга Маджая. Появился где-то в Банканди, это на полпути, и сказал: «Я там проявлюсь, поэтому можешь ходить туда поклоняться хотя бы полпути». И вот Санатана Госвами обнаружил в лесу Банканди, этого Банканди Махараджа, и вот так Санатана Госвами приходил туда. Sananda sanatana nardidyo bhujo vlasi yugan padmo pithin puja chanitaram nirupadhakam me. И вот эта шлока Бхактивинода Тхакур тоже объясняет ее. Another topmost glory of Vrindavan is going to give protection. Rasa Stali is there. And in different places of Vrindavan. В различных местах Вриндавана можно найти. I mean, what to speak more? Что сказать еще везде, где нет, даже в Пурушоттам Даме, Локанат Махадев, он заботится о всей Шри Кшетре. Вы были там, там Локанат Махадев, и сегодня его можно видеть только в этот день. А весь год он под водой находится, только в этот день можно получить его даршан. Это очень важный день. И вот этот Локанат Прабху, он начальник всей Шри Кшетры. И вся область Шри Кшетра Мандалы, как из горы Мандалы, и вот там Бхуванешвари, Господь дал ему ответственность. Это долгая история. И вот смотрите, Бхуванешвар Махадев, он является там, чтобы контролировать Шри Кшетра Мандалу. И во Вриндаване мы знаем Гопишвар Махадев, Бхутешвар Махадев, Чакрешвар Махадев, Нандишвар Махадев, Рангешвар Махадев. Так много Махадевов. You can go mad. So many men. Nandagram you go. И вот в Нандаграме Ашешвар Махадев, и даже их имена не все помнят. Кто-то заявляет, что мы Рагануга Бхакты, не должны Шиве поклоняться, но это глупо. Мы не должны материальной Шива Таттве поклоняться, как я уже говорил, материальной Сарасвати Таттве. Мы не поклоняемся, а поклоняемся Апракрита Сарасвати таким же образом. Апракрита Вишну Таттва. Сада Шива Таттва – это Апракрита. И вот это Вишну Таттва, Шива Таттва, она тоже Апракрита. И мы не должны поклоняться материальному Шиве, материальной Шива Таттве, которая произнесена Бригу Муни во время. И вот каждый год я не должен говорить то же самое, поэтому скажу другое. И вот смотрите, во время Дакша Яги, я хочу напомнить вам, хотя в Харикатхе вы уже слышали, но вы должны свой случай с этим сравнить, чтобы понять, в
чем ваша ошибка, чтобы исправить вас. Дакша, на санскрите или на бенгали, значит, способны. Дакша, if you kind of try to get English meaning of дакша, is called efficient. Efficient, you know? И вот efficiency. Он способный. И вот вопрос возникает, Шрила Прабхупад, он объясняет это под руководством Бишванатха Чакравати Падана. Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами объясняет. И вот это дакша, значит, он умелый. А чего умелый? Он деятельный относительно материальных вещей, но духовно он слеп. И вот все люди в материальном мире, они слепы. Они шивататву используют для своего блага, как можно видеть, что женщины, девочки в Индии, они с детства поклоняются Шиве, чтобы Шива дал им хорошего мужа, с кем они будут наслаждаться всю жизнь. Никто не, мало кто поклоняется Шиве всем сердцем. Если мы будем поклоняться Шиве всем сердцем, то мы достигнем успеха. Смотрите, Шива также может обмануть вас. Если мы... Мы хотим обмануть Шиву, то сами будем обмануты. И так вот Шива может обмануть обманщиков. И вот в Нити Шастра говорится. Now I can gradually again explain how a big cheater. И вот я сейчас объясню. Шива, настолько он великий вайшнав и также великий обманщик в одно и то же время. И вот смотрите. Различные места в Даме, во Вриндаване, в Матхуре, здесь и там. Шива Татва везде присутствует. И вот можно видеть, что они заведут различными этими, в общем, за различные департаменты несут ответственность. И вот мы поклоняемся садашивататве, причем не материальной, а трансцендентной, а материальная шивататва. Внешняя шивататва, она едина, как йога майя, махамайя. Они не отличны друг от друга. Как я уже сказал, Йогамайя и Махамайя не отличны друг от друга. Вот Параматала, Паура Матала, если я преданный, я или нет, то это она проявится в форме Йогамайя. А если я пойду с материальным с материальным умом, то она появится как Махамайя, а не Йогамайя. И также, когда материалисты едут в Варанаси с мыслью, с каким-то желанием, то Шиваджи, он являет себя так, и Сварупа свой являет. И, а когда чистый вайшнава молится, то в этом же Варанаси Махапрабху Махапрабху, он получался там даршан каждый день. Варанаси, кто-то может сказать, что это частичное проявление Шивы, но я думаю, Сиддханта не в том. А Сиддханта в том, что частичное воплощение Шивы для кого-то, у кого есть какие-то посторонние желания, какие-то негативные склонности. Но смотрите, Шивататва одна, единая Шивататва. Я могу напомнить вам, что Санатан Гасай совершает баджан в Мадан Махан Гире, там в своем баджан-кутире, и один браман,
из Бардамана, он отправился в Варанаси, чтобы молиться лотосным стопам Шивджи Махараджа о Прабху. Я пришел к тебе, чтобы просить каких-то денег, поскольку мне нужны деньги, моя дочь выходит замуж, нужны деньги на это, пожалуйста, организуй. И вот этот прекрасный браман из Бардамана, он отправился в Варанаси вот просить Шиву о богатстве. И ночью, ночью Шанкар Бхагаван явился к нему во сне и сказал: «Хорошо, тебе деньги нужны, да, нужны». Но слово «богатство», точнее, а богатство, многие люди подразумевают какие-то деньги. Ну, артха тоже. Того значения, то, что вы получаете в процессе своего баджана. Те, кто вайшнавы, они всегда довольны тем, что приходит само собой и не выражают какого-то неудовлетворения. Они все используют для Бхагавадсевы, а не для каких-то своих корыстных целей. И вот Брахман, этот Брахман во сне увидел, и вот он, наш Шива сказал, что тот пошел во Вриндаван к Санатану Госаю, и там он обретет артху. Но артха не значит деньги, это как богатство, но артха на санскрите значит, мы прилагаем усилия к чему-то, и то, что мы получаем, это артха называется также. И вот этот Брахман поклонялся Шиве, чтобы обрести какую-то помощь, чтобы выдать замуж дочь. И вот этот человек из Варанаси отправился во Вриндаван из Санатана Госаи, он очень и вот он звали Бара Госаи, большой Госаи, в общем, и его все знали. И вот этот Брахман пришел, смотрит тут, в одной копине даже повязки на бедре нет, настолько бедные. Повторяет Харинам, совершает баджан, и вот спрашивает, где что Санатан Госаи? Да, я Санатан. А что надо? Что? И вот он, Брахман подумал, что это нищий какой-то, попрошайка. Почему Вишванат послал меня к нему? Вряд ли он чем-то поможет. И сказал, вас Санатана зовут? Да. Я был в Варанаси, там Вишванат дал указание прийти к вам. Почему? Деньги нужны мне, чтобы дочь замуж выдать. У меня нет ничего, я тут сам попрошайничаю. Раньше, конечно, богатый был, но сейчас ничего не осталось. И как я тебе могу что-то дать? Вот лет 50 назад пришел, у меня куча золота была, но сейчас ничего нет. Но тот подумал, Вишванатх наверняка не может говорить лжи. Может, причина какая-то, подожди. Давай подумаем. О, вспомнил. Слушай, у меня тут был философский камень. Вот, вот у меня он был, если ты прикоснешься им к какому-то металлу, железу, оно станет золотом. И вот где-то там на берегу Ямуны пойдем, где-то валяется. И вот он сказал этому браману, вот копай здесь. Зачем? Ну, копай, молчи, и не спрашивай. И вот он там копал, на полметра где-то увидел камень, сказал, что с этим камнем буду делать. А тут сказал, это ж не простой камень, а философский. Прикоснись им к железу, увидишь, что случится.
Я действительно, да. И вот он прикоснулся к железу, то стал золотом. И Санатан Гусай даже не прикоснулся к нему. Мы должны принять его пример. Настолько он был отвечен. И вот Санатан Гусай, он не прикоснулся к этому камню, просто показал его так вот там. И вот этот браман обрел этот камень, начал танцевать от счастья, что сейчас я стану царем всего мира, очень богатым буду. И вот и побежал домой, и вот прошел немного, и подумал, все неплохо бы вернуться, и... Браман вернулся, тот спросил, что ж ты пришел, как у меня вот вопрос возник, что же есть у тебя такого ценного, что ты не придаешь значения тому философскому камню, который самый ценный во всех вселенных, а ты выкинул его как мусор, я хочу узнать, что же у тебя есть, и я хочу получить то, что у тебя есть, и вот этот браман, он кинул этот камень в Ямуну. Это факт. И вот этот Акбар Ватса. No light, light, light gun. И вот Акбар Ватса. Когда он узнал, он пришел со всеми помощниками. В общем, искали, но не нашли. Поскольку это не было желание Бхагавана, чтобы какой-то материальный царь нашел это сокровище. Но когда ему надоело искать, уже разочаровались, то когда якорь вытащили, это лодки, он был золотой. И вот тот понял, что это действительно был там камень, но найти сложно. И вот браман подумал, что же за сокровище у тебя есть, что ты такое богатство не считаешь за что-то ценное. И вот Шанкар Бхагаван хочет помочь нам в Харибхактивиласе. Санатан Госвами пишет, это Шиваратри, очень важный день. В Харибхактивиласе Санатан Госвами пишет, что этот день Шиваратри очень важен. Поскольку, чтобы обрести бхакти, я знаю, материалисты тоже соблюдают Шиваратри, но какое-то дело до нас. И вот мы поклоняемся Саду Шива Татве, та же самая Татва, и они поклоняются материальному Шиве, вроде Шива. Шива значит блага, но они блага не обретают, поскольку хотят что-то материальное. То есть они считают какие-то материальные вещи с ценностью и, соответственно, получают их. Но смотрите, Санатан Госвами относится как к такому великому богатству, как к испражнениям. И мы должны принять его пример. И вот Санатан Госвами Пад, Рагунат Госвами Пад, Рупа Госвами Пад, кто нет? Каждый прославлял имя Шанкар Бхагавана. Он главный севак.
Бхагавана, везде, где нет все шастры, можно изучить в Бхагаватам. Я могу привести тысячи примеров, где Шива говорит, Нарада, то есть большинство шастр сказаны Шива и Нарада. Эти два Махаджана, они великие ачарьи, но внешне, если вы будете искать, и так не найдете, Шанкар может проявиться, проявить себя свою внешнюю сварупу, не внутреннюю. Будьте осторожны, как, например, какой-то полицейский может быть великим вайшнавом. Но во время своей работы должен вести себя, но надевать полицейскую одежду с пистолетом, ходить, вести себя как полицейский. Вот он так на работе, когда работа окончается, может вернуться домой, поставить тилак, переодеться в вайшнавскую одежду, повторять харинам и также Шанкар Бхагавана. Шанкар Бхагавана обманывает нас, те, кто пьют вино и восхваляют Шиву. И эти глупые люди думают, что Шанкар тоже курит ганджу и пьет вино, но нет, Шанкар Бхагаван этого не делает. Это форма такая, чтобы обмануть обманщиков. И также можно видеть множество привидений и прочих сущностей находится с Шанкаром. И Шанкар Бхагаван таким образом все время обманывает нас своим внешним видом. Он обманывает обманщиков. И поэтому я уже сказал то, что Шива лучше из вайшнавов. И вот Дакша, я уже говорил, это умелый, способный к чему, к материальным вещам. Он может родить, дать рождение тысячам детей. Он очень сведущ в этих семейных делах. Как зарабатывать деньги, получать почтение, уважение, как зарабатывать деньги в этих материальных вещах, он очень способен, и поэтому его имя Дакша, способный, умелый вот в материальном смысле. Но Шанкар Бхагаван лучше из вайшнавов, он нишкинчен. И вот Шанкар Бхагаван, он нишкинчен, но Дакша он оскорбил Шанкара. Дакша Праджапати got the lizard. И вот Дакша Праджапати, он был... Дакша Праджапати got the leadership of all population. Он был лидером всего населения Праджапати. Значит, лидер всего населения. The leadership was given by Brahma. И это лидерство дано было ему Брахмой. Как Читакету Раджа, он был лидером Гандхарвов, пытайтесь понять. И вот он стал очень горд. Он думал, что это вот мой этот зять, почему не встает на собрание, все выражают почтение мне, а он что, возомнил о себе, что даже не встал, его имя не Шива. И тот сказал, что он не Шива, а Ашива. Даже встать не может и выразить почтение мне. И после этого он оскорбил его, оскорбил Шанкар Бхагавана различными способами. Шанкар Бхагаван просто сидел, склонив голову, слушал все поношение. Шанкар Бхагаван не отвечал, поскольку он Махабхагават. Шанкар Бхагаван, он Махабхагават, он не отвечал. И после этого Нандия очень разгневался, сказал, кто ты, чтобы такое нести, ты знаешь, кто он. И начал спорить с Бригу. Бригу проклял его.
Те, кто... Те, кто соблюдают эти обеты, эти врата, они будут, врата в честь Шивы, они будут постоянно скитаться по... Не смогут находиться, они никогда не смогут обрести сознание. И вот Бригу Муни проклял, когда Нандия тоже проклял его в ответ. This way, cars and fighting altercation, you know, altercation. И вот они начали сыпать проклятиями друг другу. И Шанкара сказал, я пришел сюда ради благой цели. Я вижу одни споры, почему я уйду отсюда. И вот вы знаете то место, где Гуру Вайшнава. Если они оскорблены где-то там, то это место становится неблагоприятным. И вот много таких случаев. Дурьотхан, и вот эти все вышеперечисленные. И вот это Бригу Муни, он увидел, что они нападают, и произнес какую-то мантру, кинул что-то в огонь, и вышел батальон этих солдат из огня. И в итоге они смогли одолеть этих всех сюничиц, которые сюда была. That was the case. I am speaking about Dakshyabha. Это причина. Я говорю о Дакша Яге. Но когда Сабха была вот Шанкар Бхагаван, когда был оскорблен Дакша Праджапати, и вот второй случай, о котором я говорю, это о Дакша Яге и о Сати Деви. И вот Сати Деви, она попросила Шиву пойти в дом своего отца. Он сказал, что это хорошо, но знаешь ли ты, что придя туда, никто не будет уважать тебя, поскольку ты не всё со мной. И Дакша будет меня оскорблять. Если ты пойдешь туда, то ничего хорошего не будет, поэтому я не разрешаю тебе. И вот Шанкар не позволил Деви пойти на эту яге. Много случаев, поскольку тема обширная, все не успею сказать. И вот Дакша Праджапати, он будет пытаться поругаться со мной. Если пойдешь туда, то это без толку. Нет, я пойду. Хорошо, если идешь, иди. И тогда это Деви Майя, это Деви. Она очень разгневалась, посмотрела на Шиву, что Шива не разрешила ей идти на ягью. Она собралась и все равно пошла. Хотела участвовать в ягье, в Брихаспати ягье. Потом еще этот Дакша какой-то ягью организовал опять Шиву, не пригласил, но мы знаем, что если Шива не приглашен, то ягья не может стать успешной. Ягья такая никогда не будет успешной.
если вы не призовете туда Шанкар Бхагавана. И вот после этого эта яга закончилась. Деви, жена Шивы была оскорблена, и она решила оставить тело. Вот она вышла в медитацию, вышла из своего тела, и тело сгорело. Огни вышла из этой макушки, и вот все тело сгорело в этом огне. Шанкар Бхагаван узнал о случившемся и начал смеяться и проявил форму Шанкара, материального Шанкара. И tear up one jata, met it here, throw, and then one big, you know, вот он произнес мантру какую-то и явился Вирабхадра, который был подобен Шиве, и сказал: какое служение я могу сделать для вас? И тогда Шанкар Бхагаван сказал: иди и уничтожь всю ягью, поскольку что толку от нее, она бестолкова. И Шанкар Бхагаван, он послал их, и Нандия, это прежний случай. И вот он начал рубить головы этим сообщникам Дакши, и спражняться начал на огонь. Все эти привидения, вся нечисть, которая была с ним, они так осквернили все. И Бригу, его дернули за бороду и вырвали волосы, кто там смеялся над ними, они ему зубы выбили. Кто-то там, в общем, наказали всех. И все полубоги, Брахма, они пришли, чтобы как-то восстановить ситуацию, которая вышла из-под контроля, и увидели, что Шанкар Бхагаван на Кайлаше сидит и медитирует. И также он давал наставления и говорил Харикатху. И, а потом это впоследствии случилось. Ачи Махарад чуть раньше вернулся, что когда Шива, он с своей же женой носился по всему миру в горести, то да, Нарайна свои чакры разрубила этим, и разрубил тело Сати на 51 часть, и все эти 51 часть, они упали в различные части Индии. И вот здесь также в Калькутте, Калигат, в Гуахати, это Камакхя и прочие. В общем-то, куда упали, там уж шакти-питхи образовались по всей Индии. И вот потом, когда тот вернулся на Кайлаш, и полубоги в главе с Брахмой пошли просить прощения у него. И Shankar Bhagavan speaking,
Where from this question of forgiving come? И вот они просили Шанкара простить их всех, и но Шанкара сказал, я не гневался на вас, за что же прощать, а наказание, которое они получили, оно должно было быть, чтобы они как-то исправились. Но я отношусь к ним как к детям, они ничего не знают о татве, поэтому я не гневаюсь на них, и поэтому вы пришли, чтобы успокоить меня, но я не гневаюсь. И вот Шанкар Бхагаван, он пошел со своими всеми полубогами на это место Дакша Яги. Bank of Ganga, small Ganga, one branches of Ganga, stream going. So there actually, finally what happens? Shankar Bhagavan going with all demigods and going to give blessing so that Dakha Pajapati, it is written there in Bhagavatam, Dakha Pajapati again got back his face, but not same face. His face was thrown into fire. So one goat face. В общем, потом они пытались все исправить. Этот Дакша был без головы, голова сгорела в огне, ему дали голову козла. Потом другим кто-то зубы потерял, кто-то глаза. В общем, им все как-то восстановили. И в итоге Дакша начал молиться лотосным стопам Шанкара и Вишвана Чакравати говорит, хотя Дакша, он понял свою ошибку, и он хотел исправить, прощение попросить, как-то загладить эту ситуацию, но все же ложное эго не смог полностью оставить. И вот говорится, Бхагаватам, Вишвана Чакравати пишет комментарий, хотя Дакша Праджапати, он молился лотосным стопам Шанкар Бхагавана, ты все и все для нас. Но в итоге была какая-то зависть в его сердце, запах зависти, и это не... Зеркало его ума не было очищено, и поэтому Дакша Праджапати, он был вынужден вернуться в форме Прачетас Дакши. И вот он опять родился в форме Прачета Дакши. И в этой форме он также оскорблял Гуру Вайшнавов, и вот он оскорбил Нараду. И склонность у него такая была. И таким образом он опять совершил апарадху. Нараду проклял, чтобы тот не смог жить в одном месте. Нараду сказал, хорошо, саду должен ездить по различным местам, чтобы благословлять обычных людей. Вот смотрите, различные лилы мы находим. И сейчас мы должны быть очень осторожны в сокровенной сварупе. Внешне можно увидеть, что Шанкар Бхагаван внешне он настоятель тамагуна, трех гун материальной природы, сатвическая. Вот это сатва гуна отдана Вишну, раджасическая, брахма, а тамасическая Шанкару. И вот он в таком виде. Now here are some comparative statements I like to draw.
И вот в заключение хочу привести сравнение в и рассказать о мистерии Шивататтвы. Люди, они запутаны об этой Шивататтве, они не могут понять, что такое Шивататтва, поскольку даже если они следуют Бхагаватам лично, поскольку они не слушают Бхагаватам от вайшнавов. Если мы не слушаем Бхагаватам от чистых вайшнавов до тех пор, пока мы не будем слушать Бхагаватам от Махабхагавата, то мы не сможем понять. И вот мы можем изучать Бхагаватам, но что толку? И в Бхагаватам можно найти много случаев, что Шанка Бхагаван, он против Бхагавана. Ну, как в случае с Ванасовым, Врикасовым, как в случае с кем-то, с Дантавакой. Почему Бхагаван Шанка, он благословляет каких-то бестолковых людей? Почему Шанкар Бхагаван и так много служений, это не шутки. Почему здесь говорится «Нинаганам Ятаганга»? Это слока Бхагаватам также говорится, что Вайшнавараджа Шамбху наилучший из вайшнавов. Мы не можем сравнить его ни с кем, но все же. So this way, Brihad Bhagavatamrita, comparative statement. The gradation of bhakti. Брихат Бхагаватамрита. И вот там Санатана Госвами представляет факты таким образом, что люди, слушая их в сравнении, понимают, что и что. И вот когда наш Нарада Махарадж, он пришел к Шанкару и начал представлять его, что ты великий преданный, получил милость Господа, ты наилучший из всех. Шанкар Бхагаван сказал, кто сказал тебе? Ты глупец. Я не близкий преданный Бхагавана. Если бы я был близким Бхагавану, почему Бхагаван дал мне ответственность за тамагуну, мог бы сатвагуну дать? А я тебе думаю о этих проблемах, имею дело всякой нечистью, все они приходят ко мне, а ты говоришь, что я получил милость Бхагавана. Какая же милость? Это же не милость. И вот Нарада говорит, что тот Шива получил милость, но Шива говорит, нет, это не так. Смотри, даже Прохлад выше, чем я. Он получил милость Нарисимхи, а я даже не преданный. Я тут занят какими-то материальными вещами, а вы говорите. И вот Нарада говорит, because Vaishnavanam Jatasambhu, this word is only used for you, not for Prahlad. We know. Нарада продолжает. Мы знаем, что Прохлад Махарадж, конечно, хороший, преданный, сомнений нет в этом, но Прохлад, ему не дали столько служения, как тебе. Как можно узнать, что Гуру Махарадж любит нас? Когда Гурудев дает нам служение, то как можно больше служения? Если Гуру Махарадж любит меня, нас то даст, как можно больше служения? Даст.
Но, к сожалению, люди понимают наоборот из этого, что они не понимают Гуру-тату. Даже сегодня, выслушав множество харикат, к сожалению, у многих такое плачевное состояние. И вот Шанкар Бхагаван говорит: не говори так. Смотри, Прахлад Махарадж, он, его положение гораздо выше, чем мое. Прахлад Махарадж, когда Хиранья-Кашипу хотел выгнать его, Бхагаван взял его на... поймал его своими руками. Бхагаван, он всегда являлся и спасал Прахлада. Когда Прахлада поместили в пещеру, там тоже явился Нарисимха и спас его. И когда Прахлад Махараджа пытались отравить, то Нарисимха сделал этот яд нектаром. All day and night, all sarvat. No chapati, no rice, no paramanna, no nothing. All is sarvat. All day and night. Who taking there? Very nice. This way, everywhere we know. И таким образом, и вот Шанкар Бхагаван опять разгневался: почему ты говоришь так, я не преданный? Если я был бы преданным, то вот сможешь пойти к Панчапандавам. Они лучше меня, они получили полную милость Кришны. И Нарада очень умен, очень хитер. Он сказал: я знаю, ты хочешь уйти, как ты избежать меня, но смотри. О, Панчапандавы, Шиваташи говорит, что он жил с ними сколько лет, а он их друг. Когда Махапрабху отправился в Южную Индию, то Читан-Читамрити можно найти, там Шри Шайла в Южной Индии, там Брахманы, Брахмани, Шанкар и Парвати в форме Брахманы, Брахмани. И вот Кришнадас Кавираджа Госвами там, Махапрабху отправился в этот, на этот холм, и там они накормили его прасадом, и есть какая-то картинка в Читанимати, где Гуру Хари, он обнимает Шанкара как друга и говорит харикатху ему. Махарадж тоже напечатал в какой-то книге. И таким образом все время мы находим Шанкар Бхагаван, он находит какие-то способы, чтобы никто не уважал его, не выражал почтения, но Нарада, он очень умен и может понять все. И вот еще хочу сказать о том, что почему Бхагаван Шанкар дарует благословение каким-то бестолковым людям. Это нехорошо, как... Джаядрат, что случилось с ним однажды? Джаядрат, он хотел похитить Драупади. А кто он такой? Джаядрата, он муж Дуршала, Дурьотханы, родственник, зять какой-то. Only one single daughter of Duryodhan is Dushala. И одна дочь Дурьотханы Душала. А Душала, ее муж Джаядрата. Джаядрата, он всегда в сторону Дурьотханы принимал, и однажды, когда их отправили в ссылку, он захотел похитить Драупади, но очень прекрасная женщина. И Драупади сказал: ты не должен это делать, я жена Панчапандава, что ты делаешь, это плохо, но
her in the chariot and catching the hand. И вот and она, horse ну, он схватил ее и похитил. Но Нарада, он сказал: о, люди, смотрите, Драупади похитил Джайадратта, вот туда поехал. И Бхима и Арджуна начали преследовать его. И Бхима, он как этот... быстрее воздуха. В итоге Арджуна луком подстрелил ее, и Джайадратта сказал: о, они поймают меня, и побежал. И в итоге эта колесница развалилась его, этого Джайадратту, и в итоге Бхим и Арджун поймали его и наказали. И после этого связали его и привязали к колеснице Арджуны. И Арджуна, он съехал на своей повозке, колеснице, и тот, ну, в общем, привязали его к колеснице, на имеется в виду, связали и привязали к колеснице, чтобы когда колесница ехала, тот волочился по земле, вот его так не довезли, а дотащили до этого, до Панчапандавов, и сказал, что вот он похитил твою жену, и наказывай его. И Юдхиштхир был очень разумен и сказал: мы должны пойти к Драупаде, поскольку это с Драупаде случилось, мы должны спросить Драупаде, как она хочет наказать его. И хорошо, Бхима Арджуна сказал, или мы должны убить его прямо сейчас. Юдхиштхир сказал, мы можем Драупаде отдать, правосудить ее спасителя. И вот Драупаде сказала, не надо убивать его, как не надо. Что значит не надо? Да, если вы убьете, то ваша сестра Душала станет вдовой. И поэтому не убивайте его. Простите его. И все случилось по милости Шанкара, и в итоге, что дальше случилось, я скажу. И смотрите, Бхагаван Си Кришна очень умно сказал, те, кто не смотрели на Кришну, Драупаде, одно говорило, эти другое, и Арджуна смотрел на Кришну, Кришна сказал, смотрите, те, кто уважаемые люди, если... Если опозорить их, для них это хуже смерти. Арджуна это понял, то, что имел в виду Кришна. Он обрел его наполовину и часть бороды, половину бороды отрезал и облил его йогуртом и выкинул. И вот Джайадратта подумал, что лучше, если бы меня убили, чем так опозорить. Но они не убили, а просто опозорили. И Джайадратта в итоге побрился и пошел в единое место, начал совершать баджан Шанкару Бхагавану, просить его помощи. И Шанкара явился: что за благо ты хочешь? Я хочу убить всех панчапандавов. Что за благословение такое? Проси, что ты получи. Я не могу дать тебе такое благословение, поскольку Арджуна, он особо, его нельзя убить, нет. Только это надо. И вот Шанкара говорит, Бхагаван говорит: хорошо, я дам тебе благословение, ты можешь
победить Накулу и Сахадева, но не Арджуна. Арджуна не можешь, но хотя бы немного. И вот, ну, это невозможно. И вот он дал такое благословение, чтобы никто не мог убить его. Хорошо, я дам тебе благословение. И already cut and thrown into the lap of your father, if father going to throw puss into ground, then you can die. Well, this possibility is little, is not there. Ну, в общем, тот условие поставил, чтобы отец его... So, anytime they are going to cut your head, I can save you. Shankar Bhagavan speaking. But the time when your head already cut and somebody going to throw into the lap of your father, if your father going to, without understanding, going to throw into ground, в общем, все, поставил условие, что если ему голову отрубят, то он новый вырастет, но если эта голова попадет на к его отцу, и отец ее с омерзением выкинет, то тогда все. И вот... Now sun is almost over, sunset, but actually that was not sunset. Arjuna thinking, now his father giving some water to Suryadev, sun god, water in hand, and doing some meditation at the bank of Ganga. I've been there. That spot in Himachal, there I went. That's it. There actually, father is doing tapasya, meditation, and going to give offer to save you. Immediately, unnecessarily, one weight, heavy thing, coming in the lap, he was doing it, he throw. В общем, и так получилось, что его отец был в медитации, тут голова упала на него, тот с омерзением скинул ее, и он смотрит, голова его сына, и начал сожалеть, что сейчас сделал. Если бы он не скинул эту голову на землю, то этот бы его сын жив остался, но... Что делать, так случилось. И таким образом, или в Рикасу. В Рикасу, смотрите, в Рикасу он совершал баджан. Почему? Гоури Харанаваласа, он хотел Гоури, прекрасную женщину нашу, Деви Мадургу, похитить. Но в то же время он молился лотосным стопам Шанкара, совершал тапасу. Где? На берегу Алокананды, Кедарнатха. Вот Шанкар Бхагаван пришел, какое благо ты хочешь. И вот он совершал аскезы. И я могу эту тему закончить в следующем году, поскольку тема очень обширная. И вот каждый раз я могу показать, что все, любое благословение, которое дается Шанкар Бхагаванам, там какие-то эти недостатки. И все благословения, которые даются Банасурам, в общем, Шива, если каким-то демонам дает благословение, то там какой-то недостаток. Эти демоны не могут представить, что что-то там не так будет, как Хираньякша думал, что обдурил самого Брама, что Брама старый глупый человек и может благословить на все что угодно. Actually, Brahma don't like to give it, but Brahma is old man, foolish, old man.
less intelligent than me, so I can take this amar bar. И вот тот думал, что может бессмертие выпросить как-то по-другому, но в итоге. And Bhagavan also making some loops, you know, who can compare? So finally. Но в итоге сама оказался обманут. В итоге, смотрите, в Рикасу он совершал аскезы, Шанкар не приходил. И в итоге, когда он начал отрезать мясо со своего тела и предлагать его огню, говорит так, сваха, вот отрезал куски своей плоти и скидал в огонь, все равно Бхагаван не приходил, тот решил свою голову отрубить и предложить огню, и тогда Шанкар пришел, лучше что делать? Не нужно этого делать, что тебе надо? И вот тот сказал, ты дашь мне благословение или нет, а какое благословение ты хочешь? Но вот одного хочу, чего же? Если я своей рукой прикасаюсь к чьей-то голове, пускай он умрет, а чего сказать, что толку от этого? Попроси что-нибудь получше. Зачем тебе это? Нет, другого благословения не хочу. Только чтобы помещать свою руку на кого-то, чтобы тот человек помирал. Ну, что же делать? Благословил он его, и этот глупый человек сразу попытался прикоснуться рукой Шивы. Шанкар подумал, что же делать? Надо спасаться его. Он бежал, не знал, куда идти, этот демон за него преследовал. И где же спастись? В итоге тот принял прибежище у Бхагавана. Бхагавана Кришны. Бхагаван явился в форме маленького брамана. О, Шакунинандан, ты тут бежишь куда-то, как обожди, обожди. Ты так прекрасен. Ты так здоров, куда же ты бежишь? Подожди, не отвлекай меня, нет, подожди, может я помогу тебе, раз поможешь, давай. Смотри, вот обманщик бежит. Ты что, только понял, что он обманщик, так известно всем. Шанкар, он обманщик, все знают, почему ты за ним бежишь. Но он дал мне благословение, что если я своей рукой прикоснусь к чьей-то голове, тот помрет, но хотел на нем проверить, и он убегает. А тот сказал, что лжец, что ж ты ему веришь? Зачем ты бежишь за ним, у тебя своя голова есть, возьми и прикоснись, зачем за кем-то бегать? Вот действительно. И вот он прикоснулся к своей голове и сразу помер. И тогда Бхагаван сказал, зачем что это благословил таким образом этого демона, таким образом различные благословения, которые даны Шанкар Бхагаванам, у них всех какой-то недостаток. И как другой случай, несколько случаев я могу рассказать, времени мало. Несколько часов это мало, я могу больше часов говорить на эту тему. Но нужно заканчивать. И вот во время пахтания океана Сагармантана первый появился Нилаканта. Этот Калкут-бис, этот ядовитый яд, а Калкут-бис этот. И вот все эти. И вот, в общем, все жители Вселенной, они думали, что же делать, раз такой яд появился, и Бхагаван посоветовал отправиться к Шанкару, он очень могущественный, и он может
помочь вам. И он может применить этот яд хорошим образом. Мы все полубоги пришли к Шанка. О, Господь, мы помираем, если ты не спасешь нас, что же делать? И тогда по желанию Бхагавана, по милости Парвати Деви, этот Халахал Бис О Деви, все твои дети, они будут отравлены этим ядом, что же делать? Вы выпить его. Деви знает могущество Шанкара, и это Деви Шанкар, и по милости Бхагавана Шри Кришны они испили. Он выпил этот яд. That poison taken by all different poisonous animals, and you know snakes and you know tuk-tuk, all they are going to be poison. Only drops, some percolation from here. Drinking, no? Some percolation. This poison you see all over the world. Now you see the power of Shankara. И вот смотрите могущество Шанкара. In Bhagavatam Rasalila, в Бхагаватам говорится. В Расалиле, что говорится там? Руддо аддиджам бишам. Руддо, рудро, аддиджам бишам. Аддиджам мане? In sea, there was saga churning of sea. И вот было пахтание океана. Тата руддо аддиджам бишам. Рудро, Сагаван, going to take all poison. And Bhagavan thinking, и вот Бхагаван думал, по милости Верховного Господа, я этот выпью весь яд. И вот когда Шива выпил яд, он подумал, что Господь, он находится в его сердце, поэтому плохо, если яд опустится ниже, и поэтому он остановил в горле свой этот яд, и этот его шея стала синей, и поэтому такой синий, насыщенный синий цвет, и поэтому его имя стало Нилаканта, синей шеей. И вот смотрите, насколько могущественно Шанкар Бхагаван, настолько близок он к Господу, что Бхагаван дарует ему столько служения, как все делается Шанкар Бхагаваном. Шанкар Бхагаван в различных формах он служит. Служит Бхагавану Верховному Господу. И таким образом мы не можем отплатить, даже Бхагаван Шри Кришна не может отплатить. И вот Бхагаван не может отплатить Шанкар Бхагавана. Так много служений он совершил. И вот еще один пример я могу показать, насколько могуществен Шанкар Бхагаван. О нем говорится, что он Вайшнавараджа, он Кама Джой Мритюн Джой, тот, кто победил вожделение и смерть. Шанкар Бхагаван, он такой, он лучший из вайшнавов, много его славы. Например, приведу, когда был Сагар Мантан, Шанкар Бхагаван, он являл различные лилы, и тем временем Амрита появилась нектар, и началась раздача нектара, поскольку нектар, он был похищен асурами. И в итоге Бхагаван, он какое-то решение вынужден был найти по просьбе полубогов, и он явился в форме Махини.
чтобы раздать нектар. И вот он был вынужден обмануть демонов и отдать это полубогам. После этого Шанкар Бхагаван однажды сказал: «О, Прабху, ты Махини Аватара, я не смог видеть тебя. Я видел множество аватар, но я хочу видеть Махини Аватару». И Бхагаван сказал: «Не нужно ее видеть, я просто принял форму прекрасной женщины, чтобы обмануть этих демонов. Нет, я хочу видеть ее». И ты вайшнав, я хочу, нет, я все равно хочу видеть. И вот Бхагаван, он вынужден был явить Махини Мурти этому Шиве. И вот он сказал: «Хорошо, если ты хочешь видеть его один из дней, увидишь, жди этого». И Шанкар Бхагаван, и Гоури Мата, Нандия и все остальные. Вот, ну, в общем, однажды увидели какую-то прекрасную женщину в их саду. Она там играла с каким-то шаром. Ее тело очень очаровательно двигалось, и подумали, кто же она, и в итоге Шива был привлечен ею, и вот она, Бхагаватам описывается, что Деви Парвати находился рядом с ним, Нандия, и еще кто-то был рядом, но он забыл про них и побежал за ним. Не должны смеяться, это влияние майя. И вот когда Шанкар Бхагаван, он побежал за этой Махини, в итоге обнял ее, и когда он ее обнял, Шанкар Бхагаван думал, что он обнял Махини, но это был Бхагаван, он сразу изменил свою форму, и Шанкар Бхагаван стало стыдно. Ему стыдно стало, и Господь сказал. И вот когда Шанкара обнял Махини, то он увидел, что это Бхагаван, и ему стыдно стало. И Бхагаван сказал: «Что случилось с тобой? Ты же тот, кто победил вожделение, а чувствуешь такую проблему. И смотри, это величие Майи». И вот он показал Махини Рупу, это была такая лила Бхагават Майя, никто не может избавиться от нее. Шанкар Бхагаван, Камджоя, все знают, это такая лила. И также у Шанкара выпало семя, и куда оно выпадало, там источник из золота, серебра и прочих драгоценностей. И вот я хочу также сказать то, что Парикшит Махарадж спросил Шукадева Госвами, и вот он тут спросил о Гурудев. Шанкар Бхагаван, он беден. Но когда мы видим, что кто-то поклоняется Шанкар Бхагавану, они становятся очень богатыми. И когда кто-то поклоняется Кришне, становится нищим. Почему? Те, кто поклоняется полубогам Далакдеви, Шанкару, Ганеше, Шиве, они становятся очень богатыми. Но если кто-то поклоняется тебе, имеется в виду Бхагавана Шри Кришне, они очень бедны становятся. Почему так? Как это возможно? И тогда Шукадева Госвами, он ответил: смотрите, любое поклонение любым полубогам, которые вы совершаете. Помните эту шлоку. Харирхи ниргуно сакшат пракрите парехе.
Хари, он не находится в этом материальном мире, он за пределами его. И что это значит, это шлока? Харир хи ниргуно шакшат, пурушо пракете паре. Ша сарвадрик уподрушта, ша сарвадрик уподрушта, там бхаджане ниргуно бхавет. Хе Раджан, о царе, everybody worshiping demigods. И все поклоняются полубогам. Полубоги до Брамы, они все внутри этого материального мира, но Хари, он за пределами этого материального мира. Он ниргун, не гунамаджагат, а за пределами этого материального мира. И если вы хотите поклоняться ему, ваше поклонение, и вы должны на одной линии находиться. Я имею в виду баджан, который совершает. Кто совершает баджан, как совершает баджан, и объект нашего баджана и бхакти, все это должно быть на одной линии. И вот если вы хотите обрести милость Бхагавана, ваш баджан должен возвыситься до того уровня, но вы не возвышаетесь. Как можно совершать Харибаджан? Нужно возвыситься до того уровня, иначе вы ничего не получите. Если просто хотите жить в своем положении, но Гуру Вайшнавы дают нам шанс возвыситься, но не все его принимают. И вот. Hari is watching everything in the form of Paramatma. Hari, он смотрит в форме Параматмы, сверхдуши, Бхагаван, он находится внутри каждого. И Сарвадрик, он, кто-то, вот то, что мы смотрим на кого-то, и кто-то смотрит на нас, как хранитель. И вот, Пуруша пракете парехе, ша сарвадрик уподошта, там бхаджана ниргуна мате. Раджан, о царь, если ты хочешь поклоняться Бхагавану, то твой бхаджан должен достигнуть того трансцендентного уровня, какие-то глупые люди поклоняются полубогам. Но Бхагаван это не в этом материальном мире, он за пределами его. И будь осторожен, не совершай ошибку, поэтому Вайшнавараджа Шамбху, он всегда помогает нам обрести бхакти. Я могу дать вам множество примеров по милости Шанкар Бхагавана. Каждый обретает бхакти, даже если я хочу обрести что-то. Все я обретаю по милости Шанкара, по милости Гурудева Шанкара, Баладева. Гуру и ученик, они благоволят меня, и поэтому даже если весь мир против меня, они не могут ничего сделать, поскольку Баладев и Шанкар, они благословляют меня. So you see, и вот смотрите, Шанкар Бхагаван, это очень сокровенная тема. В следующий год я хочу также говорить множество сокровенных вещей, и, а сейчас я не могу, поскольку времени мало. Даже по милости Шанкара Бхагавана я могу обрести успех на пути Рагунога Баджана, несомненно. Настолько он могуществен. Это буду говорить в дальнейшем. Bhakti Swaram Bhavita Bhavanam. So many slokas I can discuss someday. Shankar Bhagavan day actually Sivratri.